Всем большой привет! Посмотрите, какая красота у меня возле дома. Возле нашего дома. Какая красота! Такой аромат. Пчелка трудится. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Красота какая! Многие не любят этот цветок, декоративный дурман. Я их очень люблю. Красиво. Аромат такой. Как только солнце попадает на них, они уже закрываются. Всем большой привет! Я снова на кухне, во всем доме полы помыла, пришла на кухню, варю супчик. Кому интересно, покажу, расскажу. Я думаю, что суп с фрикадельками умеют варить все хозяюшки. Ну, покажу, как я это готовлю. Ночь у нас сегодня снова была неспокойная, но, слава богу, настало утро. Жизнь продолжается. Уборка дома, готовим. Все будет хорошо. Бог нас любит. Бог с нами. Молимся и дальше верим, что скоро закончится этот весь кошмар. И будем жить как раньше, даже лучше. Готовлю супчик. Здесь у меня вода греется. Жарочка. Добавила морковку. И вместо томатной пасты добавила помидорную тёрку. Еще добавлю лавровый лист. Супчик. Зажарка готова. Я пока выключила и добавила картошку в горячую воду. Готовлю фрикадельки, пока там картошечка варится. Зажарка у меня готова. Фарш у меня с морозилки уже разморозился. Добавила одно яйцо, соль и черный перец. Все перемешиваю и когда картошка будет готова, добавлю зажарку и фрикаделечки. Добавила уже зажарочку и лавровый лист. Солю по вкусу. И чуть позже добавлю фрикадельки. Так, картошечка готова. Буду сейчас добавлять. Добавила фрикаделечки. Делаю маленький огонь и иду на огород за петрушкой. Так, надо поливать уже. Давно дождя не было у нас.
И щавель вот. Надо полить его, и он начнет расти. До морозов будет. Я не показывала вам. Уже не цыплята, уже молодые курочки, слава богу, начали нестись. Мелкие, правда, но зато свои. Огурчики. Вот так они выглядят. Очень сухо. Очень нужен дождик. Так, иду смотреть супчик. Пчелки наши. Трудяшки. Помыла, сейчас нарежу. Ну вот супчик. Еще чуть-чуть. Минут 10. Долго их не буду варить. Быстренький обед. Вкусненький, вкусненький. Добавила петрушку. Еще минуточку и выключаю. Очень вкусненький супчик. Попробовала на соль. Немножечко еще добавила. Очень-очень вкусненько. Всем, кто обедает, приятного аппетита. Посмотрите, какая у меня здесь красота. У меня две новые орхидеи. Красивые. Хочу их посмотреть хорошо и отдельно их куда-то поставлю на подоконник. Понаблюдаю за ними, чтобы не было никаких вредителей. Сейчас вытащу их из упаковки. Такие красивенькие. Все. Надо уже поливать. Красиво. Это темнее, камера не передает. Еще две красоточки у меня. Понаблюдаю за ними и хочу снять видео, не знаю, если у меня получится. Ничего не обещаю. Что я делаю обычно с новыми орхидеями? Там обычно торфяной стаканчик у них, и я убираю его.
Но пока так оставлю их. Полью их и на отдельный подоконник. И будут меня радовать. Красота. На улице 27 градусов. Очень хорошо. Не жарко. Инжир наш спеет. Курочкам отнесу вкусняшку. Да ты такое не кушаешь. Что? Мы с дочкой пообедали, и я сейчас буду готовить вкусняшку к чаю. Пирожочки быстрые на кефире. Здесь у меня начинка, творог, яйцо. Добавляю соль. Все, перемешиваю. Начинка готова. Для теста возьму кефир, у меня домашний, добавлю соль, сахар, растительное масло и мука. Начинки у меня не сильно много. Посмотрим, если мне не хватит. У меня есть еще слива, еще в холодильнике есть. Можно будет сделать и со сладкой начинкой, со сливами. Посмотрим. Забыла, пищевая сода. Тесто отдохнуло.
начинка закончилась, творог. Вот эти 6 штучек будут со сливами. И добавлю немножечко сахара. Вот сколько получилось пирожочков. Эти со сливами, а эти с творогом. Все, иду жарить. Все, пирожочки готовы. Посмотрите, какие они мягенькие. Очень-очень вкусненькие. Сочные и готовятся очень быстро. А на сегодня все. Хочу сказать вам спасибо всем, кто был со мной. Берегите себя и близких. Всем пока-пока.